Друзья, я рада всем, кто заглянул на мой канал «Сама себе огород». Сегодня я хочу рассказать, каким весом у меня выросли томаты. Это сорт «Батяня». Этот сорт мне очень нравится тем, что они очень ранние томаты, раннее созревание, и также, что они крупноплодные и сахаристые. Для салатов это просто супер томат. Поэтому это один из моих лидеров, с которым я никогда не расстаюсь уже лет несколько подряд. Также, друзья, я хочу рассказать о том, что вот здесь нам обещают, что плоды массой 200-250 грамм, но у меня даже есть и больше. Вот. Почти 400 грамм, 395. Так что, друзья, это очень приятный, для салатов это просто супер. Я еще хочу показать, какой же он в разрезе, этот томат. Ну, если разрезать вот так, например, он вообще вот одно мясо. И томаты я уже собираю семена несколько лет подряд. Это все уже урожай из домашних томатов, то есть из домашних семян. Вот такие они сахаристые. Вот от ножки они белой этой прожилки этой очень мало. И просто как арбуз. Вот такой вот томат я уже сею несколько лет подряд и надеюсь, что я с ними никогда не расстанусь, потому что он вкусный, приятный. И также я делаю с него соки, аджику, кетчупы. Короче, друзья, возьмите себе на заметку, кто еще не сеял такие томаты. Обязательно посейте, они вам очень и очень понравятся. Вот и все, друзья, о чем я хотела сегодня с вами поделиться. Спасибо всем за внимание, кто досмотрел мою публикацию до конца. Кому было интересно и полезно, не забывайте, ставьте пальчик вверх. Делитесь с друзьями. Вот и все. Всем пока-пока.